Посол Польши в Москве Войцех Занчковский вызван в МИД России. Причиной этому послужили беспорядки возле представительства России в Варшаве во время марша независимости. Участники акции подожгли полицейскую будку, после чего начали забрасывать территорию дипмиссии фаерами, петардами и камнями. Полиции пришлось разгонять участников беспорядков дубинками, слезоточивым газом и водометами. Это было скорее случайно. Я не думаю, чтобы они выбрали именно это место для особенной акции. Это был случай, которому потом посвящали слишком много внимания. Между тем, у здания польского посольства в Москве усилены меры безопасности. По периметру представительства дежурят полицейские с автоматами. Также стало известно, что в Варшаве местным стражам порядка удалось задержать троих подозреваемых в погромах. Этого вообще недопустимо. Так что на фоне других видов поведения там в этот день или вечер, случай у российского посольства – это только один момент, это мгновение. И вообще эти группы оцениваются скорее отрицательно. Эти погромы у российского посольства осудили в польском МИДе. Там отметили, что подобному хулиганству нет и не может быть никакого оправдания.